вопросы развития территории поселка Новоивановская и благоустройства дворов. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков встретился с трудовым коллективом Одинцовской теплосети, обсудил актуальные темы и подчеркнул важность исполнения обязательств. В разных аспектах, в разных отраслях они должны попытаться осуществляться, все бюджеты исполняться, социальные обязательства бесспорно все должны и исполняются, более того, они прирастают за счет того, что появляется новый спектр, у нас появился новый спектр забот, связанный с семьями военнослужащих. Также парламентарий осмотрел детскую площадку рядом с домом 14 на улице Калинина. Здесь есть воркаут, баскетбольная площадка, зоны отдыха и игровой комплекс. По просьбе жителей в рамках губернаторской программы здесь дополнительно установят игровые элементы и безопасное покрытие. Работы планируют завершить в сентябре этого года. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».